В семье я была самой старшей. Мне было, ну сколько, лет 14, не знаю, 15 это был какой, это 41-й год. Нет, 16 лет, наверное, уже было мне, потому что 17 не было, уже я пошла работать. А так какое может быть у детей ощущение, собственно говоря? Ну, страхи, как у всех. А вы слышали речь Молотова 22 июня 1941 года? Не помню я, не знаю. А расскажите о том, когда и как вы были призваны в действие ещё армии? Я не призывалась. Угу. Так и напишите. По вольному на работу, медсестра работала по вольному найму. Ну, 42-го года. Понятно. Комсомолец-доброволец. Тогда были лозунги «Все на фронт», «Все для фронта, все для победы». Вот такие были призывы. А мы что, комсомолец, молодые девчонки. Понятно. А в каких вы сражениях, операциях вы принимали участие? Сражение, вот эвакопункт, головной полевой эвакопункт, медсестра, по оказанию медицинской помощи. Понятно. Неотложно первой медицинской помощи, до врачебной. А вы можете вспомнить один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием? Не знаю я ничего, не знаю Что я могу вспомнить? Вспомню, что мертвый, наклоняюсь, мертвый человек лежит, наверное, а другой рядом лежит раненый, и, слушай, говорит мне, смотри, а то укусит. Ну вот раненый, и он мне, ну, наверное, в моем лице были страхи, белые, наверное, бледные и испуганные, а ведь надо было ходить, что-то делать. А я наклоняюсь над ним, а он мертвый лежит. И до сих пор помню его фамилию, заставили писать на бедре Туаев, а имя, отчество не помню. Вот Туаев, думаю, может быть, из этих местных как раз людей был кто-то. Так, ничего не помню. А вот для советских солдат на фронте, ну, что служило мужеством, источником мужества? Ну, вот говорю, что вперед, что надо работать, что надо оказывать помощь, что наша помощь нужна, что мы, ну, нужны. Вот. Понятно. Вот так. И имеете ли вы награды, и как, за какие заслуги? Вот орден Отечественной войны второй степени. А так юбилейные медали только у меня. Я говорю, то я их получила в 1989 году. Так можете написать. Награды получила после войны в 89 году. А самая дорогая для вас которая? Ну, орден Отечественной войны, конечно, самый дорогой. Здесь мои госпитали вот до конца войны. Понятно. Общий... А, а вот когда вы шли с войны, какие у вас чувства были? Не знаю. Я не знаю. Ну, как, какие чувства были? Я что, это с этого работать сразу в госпиталь пошла, эвакогоспиталь 54-61, и до конца войны вот он продвигался там, до Житомира мы доехали, и там закончилась уже война. Ну, там же раненых обслуживали, все. Там закончилась война. А у вас были сомнения в победе? Ну вот как написано было, все для фронта, все для победы, и еще, подожди, как же еще победим как-то было. Победа будет за нами. Вот такие слова. Вот все, больше я ничего не знаю. А вы можете о своих командирах рассказать, вот что вам особенно в них запомнилось? Вы знаете, ничего не помню. Даже вот ни фамилии, ни вот если разбираться, по-моему, не помню ничего. Вы были. Да. Конечно, все, ой, что вы. А вот что объединяло вот вас, всех национальностей, людей? Ну вот общее, я не знаю. Желание победить, да? Желание, наше дело было оказать помощь, да, чтобы он не умер, следить за ним, за его состоянием. Вот там индивидуальный пост посадили, помню меня, он... Молодой человек, значит, он раненый, и все время он смеялся, он хохотал все время, понимаете, вот без сознания все время хохочет. Другая медсестра подошла ко мне, ты иди, других обслуживай, дай я буду сидеть. Потом говорят, что она так за него и замуж вышла. Да. Понятно. Отношение вот к религии было?
никакого отношения у меня не было. Ничего, я не, ни о чем я не думала, никакой религии, я ни о какой религии не думала. Так я, как христианская, это, я крещенная, как мама мне говорила. Понятно. Вот на фронте часто складывалось тяжелое положение, да? Да? И как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Когда мы работали, мы ни о чем не думали. Мы думали только о работе. А работа, знаете, как до утомления, вот это где-то отдохнул, ушел, пришел, и все. Остальное нам ничего не это. Ни об этом мысли не было. С цветами, кто с цветами, кто со слезами, кто как стояли. Понятно. А что вам больше запомнилось там? Не знаю ничего. Не знаю ничего. Как вы людей или как вы? Да как вам сказать, я их и, собственно, не видела. И с ними не общалась, не знаю. А приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Да это уже, наверное, после войны. После войны? Да. А расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Господи, боже мой, что же это можно сказать? Ну, если не знаете, не надо. Давайте. Да нет, вот ничего не... Вы понимаете, ничего не помню. Вот если живая, кто вот открывал вот книжечку вот эту трудовую, да, и прилепил мне вот эту справочку, если бы она не прилепила... Ничего бы я не знала, и этой справочки у меня бы не было, ничего. Вот у меня на Китайской живет подруга, с которой мы вместе работали, вместе учились, вместе закончили все. У нее нет этой справки. Военкомат требует, дайте справку. Свидетель не берется во внимание. И ее отнесли в тыл. Нету справки. Звонит мне по телефону с военкомата. У вас есть справка? Есть. Вот пришел Туманов, а у его жены нету. Ну а я что сделаю? Свидетель не берется во внимание. И у нее нету. Ну что, в тылу. И мы теперь не друзья, а получается как будто враги. И про что, я даже не знаю. Понятно. А вот как вы оценивали нашу бытовую технику? Боевую технику? Ни о чем я не думала. Я ни о чем не думала. А вы вот домой писали и что-нибудь сообщали? Не знаю. Ничего, не знаю. Не помните, да? Нет. А тогда и почта, по-моему, не ходила. Какая почта была? Понятно. А вы были ранены? Нет. Не были. Просто у меня были операции, ну, как сказать. А в пленах, оккупациях тоже не были, да? А что вы знаете о союзниках СССР? Ничего не знаю. А где вы и как встретили День Победы 9 мая 45 года? И что вы чувствовали? В Житомире госпиталь, вот это Иваков госпиталь, 54-61. Там закончилась война, ну что, все радовались. И я помню, кушать нам нечего было, на рыбьем, а рыбий жир был в изобилии, давали же раненым мы. И на рыбьем жире мы где-то картошку достали, нажарили эту картошку. Это отвратительно. Но другого ничего не было. Понятно. А какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет? Да я не знаю. А что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Ну, первое, это здоровье всем. Ну, и чтобы они были, конечно, патриотами своей земли, своей родины, так сказать. Вот. Все одинаковые парни были, все братья, все сестры, никто никогда не... Ну, даже и намека не было, чтобы там сказать, что это такой национальности, это такое. Все были одинаковы совершенно. Везде была сестра, кричит сестра. Все. Поедем там, где нет ни твоих, ни моих. Сибиряк он был.
И счастливо вы здесь прожили, в Осетии? Ну, что прожили? Все было, да? Ой, в начале частные квартиры, жить негде, денег нет. Ох, о чем мы говорим? Пока мы дожили, вот получили эту квартиру, он 4 года пожил и умер. В 69-м получили, в 74-м он умер. А как вы с ним познакомились? Что-то пришел он с кем-то на квартиру, вот где я жила, там я жила.